Друзья, доброе утро. Сегодня мы едем на экскурсию на этом пиратском кораблике. Чуть-чуть качает, конечно. Вот, будем плыть в ту сторону, Сизе, в сторону развалин. Ну, в общем, там какие-то бухты будем посещать. Посмотрим. Интересного, но я думаю, что-то будет. Вот такое вот сегодня море, довольно спокойно, но какие-то такие волны протяжные. То есть нету таких гребешков, ну качает. Вот это самая верхняя палуба. Мостик можно еще на него подняться. На средней палубе там такие мягкие диваны, прикольно там удобно. А вот по такому понтончику, видите, с пластика, вот мы заходили сюда корабль. А вот возле берега, смотрите, разбиваются вот, видите, так вроде море спокойно, а у берега чуть штормит. До встречи на маршруте.
ist die. Wir haben keine kaltes Getränke. Wenn Sie wollen etwas Kaltes, Sie können holen vom Bar und trinken am Strand. Sevgili misafirlerimiz, herkese iyi eğlenceler. Have a nice time, enjoy your time, teach pass. Эта коса разделяет море и реку. Это вот непосредственно само Средиземное море. Здесь текут лепешки, турецкие бабульки. Все для туристов. Таня, там лежачки, Таня. Мотоцикле показывает свое мастерство. Так, ну что, разбиваемся, пойдем.
надеюсь, не укачают. Плывем, народ. Впереди какой-то остров, наверное, на него. К нему, вернее, сейчас будем причаливать. Там когда-то была пиратская тюрьма, когда вот здесь нет. Таня стоит впереди, где-то за затросом. Очень красивые отели, там вообще один нереальных размеров, вон его видно, через островского корабля, видите? Это уже регион Алании. Смотри, какая бухта. Обалденная. Таня, смотри, какой отель. Отель, видишь, какой? Можно
Is this Astra Ostro ile Delfinci? Delfin Ostro is this. Sevgili misafirlerimiz şu anda Alanya ile Manavgat arasında. Заехали еще раз мы на это тоже, на эту косу, зашли по реке. Вот стоим сейчас, маленький такой перерыв, и опять уходим в море, потом к своему причалу. Вот тоже, да, точка. Пенная дискотека, со всеми делами. А как река называется? Как? Название речки. Ферма. Да, какая-то ферма. То ли рыбу, то ли раков, что-то разводят. В общем, мы поднимаемся вверх по реке. Говорили, что не будут нас туда везти, но пока, видимо, плавно.
мужички сидят, ловят рыбу. Громадные просто отели здесь, просто нереальные. Вот тоже какая-то яхточка. Идет параллельно берегу моря. Yes, if you want to see the sweet water turtles on the left side. On the left side, from left side there is one wood, and on the wood one turtle, sweet water turtle. So if you see auf die linke Seite, ich sehe jetzt eine Schildkröte auf die Bäume. Черепаха. Там маленький черепаха, маленький на дерево. С одним сафилем со тарафта. Тату сукаплу масыны görmektesiniz. Со тарафта hemen ağacın üstünde. А он на деревьях сидят. Есть три ağaç var, ağacın üstünde. По-моему, да? Повылазили греются. Там у нас такие замки. У нас точно такие. So, you guess, from left side, there is one old wood and нами все равно видно, друзья, там на сухом бревне сидят черепахи. Продолжаем движение по реке. Впереди видно мечеть.
думаю, что, наверное, здесь нас сейчас высадят на берег, и мы поедем до отеля на автобусе. Потому что уже осталось 15 минут до конца нашего тура, то есть он до 5 вечера, а уже без 15. А если мы сейчас будем выходить по реке опять в море и плыть морем, это еще минимум час, а то и больше.